Есть люди, которые предпочитают жить спокойной жизнью, а есть те, кто и дня не может без экстрима и адреналина. Я представляю вашему вниманию 10 самых страшных водных горок в мире. 10 место. Экстраймфассер, Эрдинг, Германия. Одна из самых быстрых горок в мире. Длина этой горки 67 метров, высота 19 метров. Разгоняет до скорости свыше 72 км в час. Прокатившись на ней, несколько женщин получили травмы, связанные с женской анатомией, после чего руководство центра запретило женщинам кататься на этой горке. Теперь прокатиться с ветерком на Экстраймфассер могут только лица мужского пола, достигшие совершеннолетия. На 9 месте The Scorpion's Tail, которая находится в США. В аквапарке под названием Ноев Ковчег вы найдете горку Хвост Скорпиона. Длина горки 122 метра. Эта горка подходит для настоящих любителей адреналина. С платформы вы резко летите в пропасть и разгоняетесь до 54 км в час. Несколько секунд безумия и огромных скоростей, и вы на месте. Но будьте готовы к тому, что после такого развлечения на вашей шевелюре появится парочка седых волос. 8 место. Джумейрис Керра. Находится в Дубае. Она является гордостью аквапарка Wild Wadi Water Park. Недавно эта водная горка была реконструирована, и теперь она стала еще быстрее и еще экстремальнее. После того, как отдыхающий взберется на высоту 33 метров, ему предстоит стремительный спуск по пластиковому желобу с огромной скоростью. После начального разгона туристу кажется, что дальше все пойдет спокойно, но где-то в середине пути он неожиданно низвергается вниз, почти в свободном падении. Именно этот участок горки является самым привлекательным для любителей острых ощущений. На 7 месте расположилась горка под названием Summit Plummet в аквапарке Disney Blizzard Beach. Напоминает трамплин для прыжков на лыжах, канатная дорога, искусственный снег. Вас ждет почти отвесное падение с последующим 100-метровым заездом по узкому желобу со скоростью почти 100 км в час. Высота горки около 37 метров. Угол наклона первого участка горки близок к 90 градусам. 6 место. Аквалуп, Словения. Аквапарк Терми 3000 может похвастаться горкой Аквалуп с 360-градусной петлей. Разгоняет человека до 60 км в час. Длина горки почти 90 метров. Аттракцион расположен в области термальных источников Словении, и вы можете насладиться удивительными видами во время поездки с горки, хотя я думаю, вам будет не до этого. А на 5 месте у нас расположилась горка под названием Килиманджаро, которая находится в Рио-де-Жанейро. Килиманджаро была объявлена самой высокой горкой в мире в 2005 году и занимала эту строчку до 2014 года. Почти 50 метров высота, угол наклона 60 градусов. На Килиманджаро вы полетите со скоростью 90 км в час. 5 секунд страха, и вы внизу. Думаю, и тут без седых волосков не обойтись. 4 место. Кейптаун Спейсмакер. Находится в Италии. Город Лидо ди Езоло. Высота горки 42 метра. При спуске в трехместных или четырехместных надувных резиновых лодках достигается скорость 100 км в час, благодаря уклону в 60 градусов. Не думаю, что у вас удастся рассмотреть пейзажи во время поездки, но море адреналина вам точно обеспечено. На 3 месте водная горка Инсано находится в аквапарке Фортелаза Бич Парк. Инсано была самой высокой горкой в мире до 2005 года. Высота горки 41 метр, сравнима с высотой 14-этажного здания. Поднявшись на горку, вы увидите прекрасный город-порт Фортелаза и необыкновенно красивое побережье Атлантического океана, как на ладони. Спуск с горки практически вертикальный. За 5-6 секунд полета человек разгоняется до 100 км в час, но для нас это уже практически привычные цифры, так что переходим ко второму месту. Верукт, Канзас-Сити, США. На сегодняшний день самой высокой и самой длинной водной горкой в мире является Верукт. Ее открыли в аквапарке Шлессибан. Спуститься по Верукт можно только на специальной надувной лодке, рассчитанной на 3 пассажиров. А для безопасности людей, оказавшихся на этом аттракционе, водная горка по всей своей длине закрыта сверху сеткой, чтобы сильно разогнавшиеся любители адреналина не вылетели за ее пределы. Высота конструкции составляет 51 метр, а длина ее трубы около
около 100 метров. При этом лодка с пассажирами может разгоняться в наполненной водой трубе до скорости 105 км в час. А это весьма щекочет нервы людям, оказавшимся на данном аттракционе. Трудно назвать Верукт горкой номер 2, поэтому она делит первое место с горкой Sky Caliber, которая находится в Нью-Джерси, аквапарка Action Park. Эта горка не может похвастаться огромной скоростью или высотой, но у нее есть своя уникальная особенность. Горка имеет высоту в 27 метров, и вначале вас ждет участок свободного падения, который составляет 12 метров, а затем мертвая петля, высота которой 9 метров, и пройдете вы ее со скоростью 80 км в час. Хочу заметить, что горка максимально безопасна. Для посетителей предусмотрено специальное защитное снаряжение. Что ж, если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на канал, напишите приятный комментарий и поставьте лайк. Ну а если не понравилось, ну можете не ставить лайк, написать плохой комментарий. А также пишите, о чем бы вы хотели увидеть новое видео, я обязательно все прочитаю и, возможно, сделаю видеоролик. Всем удачи, пока!